Трудно сказать и то, как в дальнейшем иркутяне будут платить за вывоз твердых бытовых отходов. В городе вновь заговорили о переходе на систему расчета по количеству прописанных на жилой площади людей. С таким предложением выступили депутаты Думы. Напомним, что сейчас эта коммунальная услуга оплачивается из расчета по квадратным метрам. Но это касается собственников квартир. Владельцы частных домов рассчитываются за каждого прописанного человека. Народные избранники добиваются того, чтобы такая система действовала для всех жителей Иркутска. Поэтому депутаты намерены решать этот вопрос с представителями Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Прибайкалья.